ноте наверное нужно поздороваться да всем здравствуйте ребят делаю для вас небольшой обзор хочу показать технику которая ну я распаковал сегодня мы послушали это ваша любимая металлика не знаю как она будет звучать на ютубе но мне вот эта тема ребята очень нравится очень нравится Давайте мы сейчас перейдем. А, я сразу скажу. Звучала у нас она на усилителе. Ребят, на усилителе от фирмы пионер Модель SA8800 Mark II. Сразу покажу. Все высокие в нулях. Басы, ребята, в минус 2. Тон компенсация, ребята, сразу скажу, отключена вот этот вот аппаратик звучит так, что мама не горюй, ребят. Здесь выходные транзисторы родные, ребята, как положено. Четыре штуки на канал Нековский, что с одной, что с другой стороны. Транзисторки маленькие, ребята, все заменены. Маленькие емкости, кондерчики Firechild. Здесь Ребята, здесь, 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 везде. Везде все как всегда. У меня, ребята, полная профилактика. Поэтому э, нету никакого Китая в этом аппаратике. Звук, ребят, просто бомбезный. Низкие частоты, средние, высокие частоты. Он звучит на голову выше некоторых других аппаратов. Поэтому низкие частоты, ребята, в минус 2. Сразу вам говорю стоят. Если я поставлю в нули в директе, ну, как бы оно почти и так все в директе, только я на минус 2 басы сделал. Это так для понимания вам, чтобы было. Так, этот аппаратик еще у меня тестируется, ребята, он у меня, я его уже слушаю около 4 дней. Далее, аппаратик вот такой еще распакованный, это у нас от фирмы Yamaha, ребята. Ну вот, вот она моделька, чтобы было понимание, AX700D. Это, ну, как сказать, можно сказать, уменьшенная копия или чуть-чуть копия попроще а X 2000 Ребят, она тоже с ЦАПом, тоже с ЦАПом, чтобы было понимание. Внешний вид, вы сами это все видите. Плюс-минус. Но цена в два раза дешевле. По мощности она чуть-чуть меньше. А по звуку, ребята, те же самые PCM-56, как вы любите. И состояние просто бомбезное, ребят. Просто бомбезное. Это что у нас касается. Далее. Сансуи, ребята, которые некоторые говорят, сансуи, хрень полная. Ребят, ну, кто понимает, кто понимает, что такое сансуи, тот понимает. 707, ребята, D707. Вот эта тема. Состояние нового, ребята. Состояние нового. По внешке, по внутрянке и все остальное. Это, как всегда, у меня. Это уже можно даже и не спрашивать. Следующий, ребята, аппаратик. Ямаха А2000. Ну, вы прекрасно, наверное, сразу со, сами все видите. Вот так это будет лучше видно. Вот так вот будет все видно. Ну, все хорошо, ребят, все хорошо и прекрасно. Вот такая комплектация. Вот такая комплектация. Вот. Это я вам показываю, что что-то будет выставляться. В ближайшее время что-то не будет. Это я вам просто показываю, что я распаковал и что, возможно, кого-то заинтересует. Ребята, вот этот аппаратик, я его уже тестирую уже на протяжении, наверное, может быть месяца. Он у меня на видео везде мелькает. GL-очка, Denon, DCD 1650 GL. Лимитированная серия, Special Limited Edition. Ребят, рекомендую. Пока, пока есть наличие, глаз вообще в очень хорошем состоянии. Следующее. Что у нас, ребят? Следующее у нас Сонечка. Сонечка ваша любимая. Это у нас моделька CDP 337 ESD. -шечка. Ребят, она тоже у меня есть в объявлениях. Состояние очень хорошее. По глазу, ребята, вообще тоже вообще все хорошо. Поэтому рекомендую. И далее я хочу пока... Это я вам показал то, что предвидится в будущем. Что-то предвидится, а что-то будет оставлено, ребята, в коллекцию. Ну, не в коллекцию, а чтобы оно было здесь у меня. Ну, я вам сейчас хочу показать просто, что есть в наличии. Я вам вот сейчас вот так вот покажу. Вы скажете, о, какая-то хрень там на полках стоит, все закрытое и укрытое неизвестно. У всех оно там на полочках красиво стоит, но на полочках оно красиво стоит и все грязное, немытое и убитое. А я стараюсь, я к аппаратуре отношусь трепетно, что к своей, что даже на продажу. Я люблю, когда все красиво и хорошо. Давайте я вам покажу, что у меня сейчас есть наличие на продажу. Ребят, вот, пионерчик. Чистенький, хорошенький, после профилактики пионер СТ-737. Рекомендую. Зато, ребят, нет пыли. Да, оно сейчас смотрится на видео у вас не очень хорошо, под бумажками там, как бы так. Но зато у меня ни пыли, ничего. Оно все чистенькое, хорошенькое, все глянцевое. Вы сами это видите. Привет-привет. Сансуечка, ребята. Это у нас АУ Альфа 777 Диджи с Апиком. Рекомендую. Офигенный аппарат. Вот как я отношусь, вот мое это, не мое, на продажу. Ну, я, у меня отношение вот такое. Вот, хотя этот товар вроде на продажу. Ну, блин, ну люблю я это все. Такие вещи. Следующий. Ребят, это у нас ТРИО к 73 2.0 с буковкой Д. Сразу хочу сказать, вот этот аппаратик у меня, ребят, крайний. Он тоже после профилактики, как и все остальные. У меня больше таких не будет. Я не планирую больше вообще их завозить. Поэтому вот он после профилактики рекомендую. Посмотрите, состояние вообще просто пипец. Что снаружи, что внутри. Поэтому обращайтесь. Такого аппаратика, ребят, уже у меня не будет. Сразу говорю, я не хочу ими заморачиваться. Следующее, следующее, что у меня здесь. Это, ребят, от фирмы Technics CD Player. CD-проигрыватель, модель SL PG5. Сразу можете увидеть, как бы, кабель, пультик. Он у меня Ребят, стоит по себестоимости, насколько я помню, в объявлении. Полностью работоспособный, состояние очень хорошее. Так же, как и глаз. Это цена с учетом себестоимости. Кто хочет с отправкой, ребята, прибавляйте рубль. За, всякую, за всю эту суету, за упаковку, за поездку грубо в город, потому что я в области нахожусь, в город, в отправку транспортной, хотя бы чтобы не компенсировать вот это все. Здесь у меня следующее. Вот здесь у меня стоит, ребята, пред, ну, запакованный, не запакованный, а, чтобы пыль не попадала. А здесь мощник. Это от фирмы Technics, а 800S референсная серия. Вот здесь вот пакетики, вот здесь вот провода лежат. Это... Ребят, пред и мощник 800 техникс. Кому интересно, обращаемся тоже. Далее, далее. Верхним, ребят, пакетики. Ну, я уже не помню, что там стоит. Ну, вот, Сонечка. Sony, Это у нас э, модель ST SA3ES. Это у нас э, тюнер, ребят, с российским диапазоном э, частот. Поэтому FM очку вы можете спокойно слушать. Состояние очень хорошее. 220 вольт. 200... Ребят, вот эти техниксы, то я с техниксов начал. Это у нас все на 220 вольт. Чтобы было понятно. 220 вольт тоже. Ребят, обращаемся. Берем. Онкиа. Это тоже CD проигрыватель. Модель DX6820, ребят. 6820. Очень мягкий, хороший, более сбалансированный звук. Тоже на 220 вольт. У него не выпеченные высокие частоты, тоже с цапом. Очень хороший, мягкий звук. Нету цифр... Ну, я как сказать, цифры. Нету вот этого выпячивания высоких и средних частот. Он прям сбалансированный, очень мягкий, хороший звук. Можно сказать, как... Блин, вылетело это слово. Аналоговый, ребят, аналоговый. Аналоговый. Вот так вот. Что у нас здесь? Я что-то пропустил. Здесь у нас, ребят, это у нас Ямашечка CD-проигрыватель CDX 1000 в офигенном состоянии. В офигенном состоянии. 100 вольтовая. 100 вольтовая. Рекомендую чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Это что у нас? О, это у нас вообще тема, ребят. Это у нас Ямака AX 1200. 1200. По ценнику вообще э, подарок. Цена, ребят, подарок. Давайте вот так вот покажу, где это все кнопочки и тембраблок у нее, ребят. Цена подарок. Обращаемся. 100 вольтовая. Звук. Разница с 2000 АХ, ребята, ну где-то около 3-5%. А цена на, наверное, 25-30 тысяч дешевле. Поэтому рекомендую. У кого, кто хочет 2000, но не хватает денег, просто это ваша тема. Извините, что это все под бумажками. Ребят, ну зато пыль не попадает. Все чистенько для вас будет и как положено. Это у нас, ребят аппаратики от фирмы Отто Sanyo фишер Усилитель. Усилитель. Сразу скажу, это у нас отто модель DCA 650. Ну, чтобы люди понимали, что это за усилитель просто многие недопонимают и не знают, потому что это очень редкая модель. Я объясню, ну, на пальцах. Все хотят 3ОК-7006 и 3ОК-9006. Вот я вам объясню. Он на нековских транзисторах, те аппаратики. Этот аппарат, ребят, тоже на нековских транзисторах. Примерно даже визуально они похожи. Звук, ну, как сказать, не звук, а примерная подача звука вот подача звука у них что у трио тех 9006 и 7006 и от дца 650 примерно одинаковые примерно по конструкции они тоже одинаковые вот я вам скажу 7006 уступит дца 650 но 650-й Отто, ребята, уступит немножко, буквально уступит тысяч шестому. Это вот середнячок, который по звуку как бы вообще идеальный. Идеальный. У кого денег не хватает на 9006 трио, потому что на них ценники взлетели э, очень сильно и сейчас в хорошем состоянии. Как бы цены, цены меньше 50 их вообще нету. Ближе уже к 60, 65. Ребят, вот э, советую, у кого денег не хватает, можно взять от DCA 650. И, в принципе, вы много не потеряете. Много не потеряете. Он намного круче 7600, сразу говорю. По звуку, по качеству звуку Это все аппараты, то, что я вам показываю, они все после профилактики. Также, ребят, это э, есть у меня тюнер. К нему. Ну, я могу продать это все отдельно. Отдельно усилитель, либо отдельно тюнер. Тоже модель FMT 650. Ребят, это все вообще начало 70-х годов. Вообще, это 70-е. Прям начало начала. Если я не ошибаюсь, это либо 70-й, либо 71-й год выпуска аппараты. Далее, далее, что у нас здесь есть? Ребят, это Сонечка. Сонечка усилитель от фирмы Sony, модель TAF333 ESX. Извините, что я вам показываю, просто оно накрытое и света может не хватать, но в объявлениях они, часть у меня аппаратов есть. Состояние вообще офигенное, он тоже полностью как бы обслужено все по этот, поэтому проблем с ним вообще не будет. В таком состоянии вы точно не найдете, точно не найдете, ребят. Цена по себестоимости. По себестоимости. Вот этот аппаратик, тоже, чтобы пыль не попадала в пакете. Это у нас э, CD-проигрыватель от фирмы Pioneer PDR D7. D7. Это пишущий, пишущий CD-проигрыватель. Э, 100, стоимость на момент производства он в 98 году сто, стоимость была если не ошибаюсь 135 тысяч йен ребят э, как бы очень дорогой аппарат он идет э, в золотистом цвете или как его говорят э, медь, шампан, цвет шампани вот шампань полностью работоспособный и глаз в очень хорошем состоянии Считывает, ребята, CD-лицензионку, э, CD-R -очку и cd Ребята, он поддерживает еще cd Вот такой вот аппаратик. Что у нас далее? Далее. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь. Э, Пионерочка А717, ребята. Э, в очень хорошем состоянии, э, в коллекционном. Ну, я его даже не выставляю. Он стоит и стоит. Это чтобы было понятно. Здесь, здесь, ребят, давайте посмотрим. Это у нас люксман, люксман или люксман, некоторые называют, нет, лаксман. Ребят, ну для меня, так как я вообще сам с Дальнего Востока, ранее всю жизнь-то прожил, люксман, люксман. Не лаксман, как некоторые говорят, лаксман, лаксман. Может оно и правильно, но это люксман. Для нас, русских, это люксман. Чтобы все понимали. Моделька L510. Работает также в классе А, ребята. В состоянии в офигенном вообще. Рекомендую. Рекомендую просто состояние и после профилактики. Состояние просто хорошее. Вот. Далее перемещаемся. Это я все потом поправлю, уберу, чтобы опять пылька не садилась. Давайте я вам вот это вот новиночки, то что может что-то появится еще, я вам покажу. Наши плакаты или ваши плакаты, которые вы любите. Я их, по крайней мере, люблю. Ребят, ну что здесь? Здесь еще много чего. Я даже, оно стоит уже хрен знает сколько. Здесь лоды. 70 ребята. Так, далее. Давайте вот здесь, что у нас? Здесь у нас Сонечка, CD-проигрыватель. CDP-295. В очень хорошем состоянии, ребята. По себестоимости, кому интересно, обращайтесь. Работоспособный вообще полностью. Проблем вообще с ним нет. Деноночка. Деноночка это у нас усилитель, ребята. Это все, ребят, на 220 вольт. Сразу говорю. ПМА-495Р э, усилитель. На 220 вольт, ребята, обращаемся. Хорошо звучащий. Ну, на свою цену хорошо звучащий. Что далее? Далее. Везде, везде эта техника. Это, ребят, ну, она была у меня, это вот пионерчик, ребята. Пионерчик. Э, в зеркале, можно так сказать. 5-1, к которому можно подключить и САП, и акустику. Короче, ну, 5 домашний кинотеатр. Это моделечка VSX 819H. Как вас любят э, говорить, это восьмерка. Восьмерка там, ну, типа 8 транзитов. Ребята, здесь. 10 здоровых транзисторов и 5 маленьких транзисторов. Здесь 15, он переплюнул ваши, эти, как вас наебывают, там, семерки, восьмерки. 15 транзисторов, ребят. Это вообще бомба. И как вот вас наебывают, я вам так скажу. Ребят, 15 транзисторов. Просто пушка. Пушка. Ну, а на самом деле, ребят, цена, цена просто подарок. Цена просто подарок. половиной тысяч рублей, 220 вольт. Можно подключить САП, можно подключить тыловые, фронтовые, акустические системы. Цена 9500 по себестоимости отдаю. Полностью в рабочем состоянии в и офигенном, в офигенном состоянии. Кому отправка нужна, ребят, прибавляйте плюс рубль за суету, чтобы мне бензин оправдать и упаковку и доехать и довести. Это мне, оно не стоит ничего, как бы не хочу заморачиваться и тратить время. 9500 рублей, ребят. Ах, офигенный аппарат. Который вам впаривают восьмерки эти там за 30 тысяч. Ребят, 9500 с самовывозом. Полностью работоспособный. Так. Далее. Далее переходим. Сонечка, ребят. Сонечка. Это у нас кассетная дека. Кассетная дека. Модель тц 555 ESX Ребят, ну, здесь тенек Я уже как бы Потому что здесь коробками закрыто Короче, это коллекционное, ребята, состояние Она не продается Сразу говорю, это чисто я оставляю Хорошие вещи оставляю До лучших времен В таком можно не найти Далее, 337 Сонечка, ребята, CD проигрыватель Коллекционное состояние Не продается а то вы спрашиваете там, типа, торгаши вы все продаете. Кто-то продает. Ребят, я человек не такой, я просто сохраняю для себя хорошие вещи. Denon, DCD 1650 GL тоже не продается. Это я вам, вы спрашивали, я вам показываю, что есть именно непосредственно здесь у меня. Я вам показываю. Кому интересно это? Кому, кому? интересно? Кому нет? Следующие, ребята. Пионерочка 717 с буковкой В. Она у меня выставлена, выставлена на продажу. После э, в хорошем, в очень хорошем состоянии, полностью работоспособна, проверена после профилактики. Все отлично, хорошо. Обращаемся, покупаем, проблем с ней не будет. Очень мощный, ребята, аппарат очень мощный, хороший, у кого денег не хватает на а 90 дэшный который в два раза дороже, а по звуку ничем не лучше, ребят, обращаемся и покупаем, и вы не потеряете, а может быть выиграете и потратите деньги на акустику. За эту цену вы купите просто усилитель и акустику. Далее, далее. Вот еще один красавец, ребят, от фирмы Лот. это тоже усилитель, или Lot, или Hitachi, ребята, модель HA 9000 с буковкой D. Это у нас усилитель э, с, ЦАПом. с Цапом, он у меня тоже выставлен на продажу, в очень хорошем состоянии, ребята, э, поэтому обращаемся, тяжелый, хороший по звуку ничем не уступает, ребята, ямахом 2000, если честно. Кому интересно, обращайтесь, я все объясню, подскажу. Так, это мы убираем. Ну, наверху у меня стоят, это акустическая система, моя любимая от фирмы GVC, но я вам не буду ее там снимать, показывать. GVC 600, ребят, 600, -очки. вы их видели. Ну, здесь еще что вам показать блин ну оно все закрыто ну здесь у меня еще часть аппаратов стоит которые ребят тоже не продаются не продаются ну смысл тогда вам показывать здесь у меня стоят которые не продаются там стоят которые не продаются ребят я не все продаю я не все продаю некоторые продают лишь бы продать и получить бабосы мне это если честно, нахрен не надо. Я собираю очень хорошие вещи в эксклюзивных состояниях. В эксклюзивных состояниях. И оставляю их для себя, для лучших времен. Придет время, если я найду еще лучшее состояние, тогда я какой-то выставлю аппарат на продажу. Вот такие дела. Ух, 30 минут, ребят, я с вами кому-то, наверное, уже надоел. Кому-то это не интересно, кому-то интересно. Кто-то начал, э, спросил меня, о, появили, появилась магнитола. Э, магнитолки, ребята, я периодически покупаю, покупаю как для себя, также и, и какие-то эксклюзивные модельки и на продажу. У меня дома есть в коллекции две магнитолы. Поэтому это, ребят не спонтанное решение, просто я магнитолы люблю. Магнитолы Sharp, магнитолы от фирмы Sanyo. Магнитолы от фирмы там Айва или либо Панасони, Поэтому, как бы, чтобы было понимание. Это моя тема, ребят. Мне это все нравится. И не все продается, то, что у меня есть. Вот из этих аппаратов, то, что вы сейчас вот, э, грубо видите, тоже не все пойдет на продажу. Что-то останется. Поэтому. Вот такой я человек. Непонятный. Многие спрашивают, давай я куплю давай я тебе дам денег. Не надо мне денег, ребят. То, что я выставляю на продажу в объявлениях, то я и продаю. Что, то, что я не выставляю, я продавать и не буду. До определенного, пока у меня там в голове что-то не переклинит, либо я найду еще лучшую вещь, еще в лучшем состоянии. Ну, для вас и это состояние, либо другое, оно все у меня в хорошем состоянии, вы сами это прекрасно видите, потому что я хрень не покупаю. Либо я покупаю такие вещи, и все равно вот эти вот ребята, вот все аппаратики, они все идут, даже после профилактики Японии, они все идут на профилактику у нас здесь по месту. Я все равно отдаю, их проверяют, я плачу за это денежки, их полностью тестируют, трэ... как они там называются, трэш-тесты или как. Полностью, короче, они полностью проверяются, пропаиваются вот эти ямахи это их не болезнь. Их надо все пропаивать, начиная там от С-серии, А-серии, аик серии И, и свежие, ну свежие может быть и не надо, потому что там это свежие модели от фирмы Yamaha вообще хрен кто покупать, потому что там звука уже нет, потому что старые они звучат, ребят. А новые это уже кому деньги делать некуда и просто слушать бумбокс, вот это ихняя тема. Вот, спасибо большое за такой длинный просмотр, кто дотерпел и досмотрел до конца. Ребят, на, ну я вам еще, вот, ребят, вот еще. Кенут DA9010 с ЦАПом, ребята. Тоже, тоже экземплярчик, тоже будет. Ближайшие, наверное, на следующей неделе еще Сансуечка ауд 607 иксовая, ребята, с тонкомпенсацией будет. А также еще. Да еще много чего будет, ребят. Еще много чего будет. Не помню уже что. Не помню что. Ну что-то будет. А, пионерочка, ребята. Пионерочка. Вы просили недорогие, но хорошие, с хорошим звуком усилители. Пионер SH6800 Mark II, ребята. Вот он будет, э, я сразу скажу, кому нужен недорогой, но очень хороший аппаратик, он будет э, с доработочкой, ребят. Будут очень хорошие установлены, э, поменены транзисторные, транзисторы по питанию в темброблоке и фонокорректоре. Выходные я, мы никогда не трогаем. И вы просто услышите, как он звучит и просто офигеете. Это я вам так э, коротко говорю на будущее. Недорогой, но с очень хорошим, глубоким э, таким басом, чис чистотой детализации по высоким и середине, ребят. Вам это, я думаю, очень понравится. И он в очень хорошем состоянии. То есть будем экспериментировать, пока есть еще оригинальные фирменные запчасти, не китайские, которые мастер. Э, Занимается этим, у него еще это пока есть, грубо на год на два, я думаю, нам этого хватит. Далее уже можно могут возник, возникнуть проблемы. Вы сами это все прекрасно понимаете. Эх. Ну, в принципе, наверное, можно и заканчивать на этом. А акустика, ребят, ну будет будет акустика, скоро Ямаха тысячные мониторки мои после модернизации или как сказать ну и по внешнему виду и по внутряночке ее доделают скоро, скоро вот лоды э, тоже послушаем э, моделька f70 70 f ребят 70 50 f я слушал они у меня были и не раз а 70 f я не слушал ну вот послушаем как бы они тоже в очень хорошем состоянии, поэтому мы это все послушаем в ближайшее все время. Вот. Большое спасибо всем за просмотр. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. До новых встреч. До свидания. Будет интересно.